С 8 ноября вступают в силу новые ограничения для заведения общепита. Теперь они должны закрываться не позднее 23:00 и открываться не ранее 6 утра. Требование не распространяется на услуги по доставке и самовывозу, а также работу кафе в аэропорту. И все же без QR-кода посидеть в кафе не получится. Жители старше 60 лет, которые не сделали прививку от COVID-19, обязаны оставаться в режиме строгой самоизоляции. Находящиеся на самоизоляции соликамцы могут обратиться за помощью к волонтерам по телефону 920009 или по телефону регионального штаба 8 880 101 92 72. Социальные участковые также готовы оказать помощь. Жителям южной части города и района звонить по телефону 433 54, проживающим в северной части города 6 50 14.